Привет, с вами Антикап, и сейчас я вам расскажу о фильме «Подарок». Режиссерское кресло занимал Джоэл Эдгертон. Ранее мы его знали только как актера. Тем не менее, в своем фильме он сыграл одну из главных ролей. Хочется отметить, что здесь он создал образ, совершенно отличающийся от других его исполнений. Это можно отнести к плюсам фильма. Как минус, я считаю визуально отталкивающий жену главного героя, которого играет Джейсон Бейтман. Здесь у всех такие неоднозначные роли, что даже не знаю. Их характеры переменчивы. Нам то показывают хорошую семью, то показывают скотское отношение мужа к своей жене. Также я заметил несколько глупостей. Например, когда они в своем доме слышат какие-то посторонние звуки, они так шарахаются, будто бы у них на дверях нет замков, или они, блин, их не закрывают. В другом случае главная героиня слышит посторонний звук у себя в доме, ложит нож и идет смотреть, что же там шумит. Все события развиваются очень медленно и вяло. Вот это, скорее всего, главный минус этого фильма. Также неестественно и немотивированно выглядит ложь мужа. И какой собаки фильм нам бросает вывод о том, что не нужно поступать плохо. Что не нужно обманывать, нужно думать головой и все такое. Но каким-то таким это методом доводится, что не знаешь, как на это реагировать. По моим ощущениям, я получил больше негатива, чем позитива от просмотра, поэтому на ваше усмотрение. Кому интересна психологическая драма с элементами триллера, в принципе, можно смотреть. С вами был Антикэп, не забывайте про подписочку, лайки, репосты, вступайте в группу в социальных сетях, а также просматривайте другие мои видео. Спасибо за внимание, увидимся!